Ты хотела познакомиться с ОМОНовцем, чтобы сфоткаться? Да. А зачем тебе фотка с ОМОНовцем? Ну, это же круто. Зачем она? Ну, расскажи, в чем прикол? Чтобы в Инстаграм выложить. И что написать? Ничего. Просто без подписи фотку? Да. Я не шарю, наверное. Может, мне уже тоже пора пойти с ОМОНовцем сфоткаться? Ну, скоро будет еще митинг. Теперь я знаю, что такое митинги. Что? Митинги? Это что-то законное. Законное? Законное. Вроде. А зачем их проводят вообще? Можно следующий вопрос? А если на митинге все законно, зачем так, там такое большое количество полиции и ОМОНа? Чтобы люди фотографировались и знакомились.